тренинг по эффективной творческой самопрезентации у Елены Литвиненко. Три насыщенных занятия, потрясающих занятия. Это и управление внутренним состоянием, где были даны актерские техники. Это и речевые моменты, где мы получили именно знания по голосу и речи. И это своя самопрезентация и элементы ораторского мастерства. Мне все очень понравилось. Это для меня оказалось удивительно интересным, совершенно новым. И я очень рада, что я окунулась именно в эту сферу, именно в эту атмосферу, что я это все хотя бы немножечко, какую-то толику уже познала. Леночка нас вела всех за руку, она нам всем все подсказывала, каждому индивидуально, все подправила, все, всех нас направила. А в конце тренинга, вернее, по его завершению, мы стали вообще все другие, мы все научились себя по-другому презентовать, и это вообще удивительно. Я очень благодарю Елену за то, что она сделала нас немножечко хотя бы, но уже совершенно новыми, совершенно другими, и вселила нас, и подарила нам больше уверенности, научила нас быть более уверенными и в своей самопрезентации, и вообще в ораторском мастерстве, и просто в своем поведении в социуме. Леночка, я тебя очень благодарю. Благодарю.